пошла снова запись. Вот такая красотулечка, вот этот вот барчик. Или сказать ресторанчик. Я так креветочек сейчас наелась вкусненьких. С таким удовольствием. Вот такой носатый. Носатый такой. Научилась приближать. И уже балуюсь. Вот такой красивый. Это кто у нас? Капитан Немо. Могёт быть. Боже, какая сказка кругом. Вот такое все покоцанное. Ай, такое красивое. Такое красивущее все. Итак, я пошла наверх. На второй этаж. Чтобы снять всю красоту оттуда сверху. Сегодня 26 ноября 2011 год. Ой, Леночке забыла позвонить, сказать, что мы не приедем с мужем. Там водичка. Ну ладно. Вон опять мосты развели. Что-то они это одурели. Разводят и разводят мосты. Разводящие такие. Солнышко. Ух ты. Это что там такое случилось? Это он так спрыгнул неудачно. Телефон звонит. Это не у меня. Нет, это не у меня. И вот тут вот в этом ресторанчике мы покушали. Вот там внизу сидячи. Сидячи. А что ж я никак очки свои не одену нормально по-человечески. Вот пеликаны. Тучи пеликанов. Опа. А, так ему вообще там по пояс. Оторвался у него один эта штучка. Красотулечка. Ветерочек немножко, конечно. Так, ну надо еще попробовать поприближать. Тихо. Вот опять же. Яхточка прошла под красивым капитаном. Вот это даже катамаран. Камера прямо шпионская, так можно всех снять. Итак, наверное, уже около 4 часов вечера. Мы только что закончили нашу еду. Здесь трапезу. В этом ресторанчике. Сейчас я девчонок жду, чтобы они вышли. Они там пока рассчитываются. Карточка у меня наличная. Наличные положила и все. Все очень быстро и легко. Вот этот ресторанчик Хот. Называется The Hut. Шляпка. The Hut — это даже не шляпка, Hut — это называется избушка. Даже не избушка, а как-то по-другому. Вот настоящая живая акула. И вот оно что. Ай, как интересно, внизу прямо на воде все стоит. Здорово, приздорово. А мост все еще разведем. Вот он летает этот. Оп, так резко упал в воду, видно рыбку нашел. И сейчас посмотрим дельфин. Ну, дельфинами там сейчас, конечно, не пахнет. Не надо нас маленьких дурить. Там тоже ресторанчик. А вон пиратский корабль стоит. На нем тоже можно покататься. Вот отсюда отправляются суденышки маленькие.
кораблики, чтобы рыбку половить. Ветер меня сдувает, поэтому так у меня трясется рука. Ну где мои девчонки, печенки? Пошла я снимать пиратский корабль. Так, и вот тут маленькая такая плазочка небольшая, торговая. Ой, как мне нравится, вот это все покутано. Такое все из кусочков сляпано. Там все ржавое, так здорово. В этом что-то есть. Такое кайфовое. Джон Пасс Вилледж. Ага, вон там вот прямо рыбка ловится. Или ловится, или не ловится. Ну где мои девочки? Красавицы. А вот парастайл, вот тут можно на парашюте покататься. Ну я, конечно, не рискую. Я не то, что трусливая, но я это хочу. А вон он сидит, этот Ванечка, пеликанчик. Или это чайка. Там пошли торговые ряды. Вот парасайл. А это все, что связано с рыбалкой. Тут же потом капитаны чистят эту рыбу. Там у меня видео есть, как капитаны чистят рыбу. Так здорово, так прикольно. Так быстро. Выбрасывают все. Головы выбрасывают, хвосты выбрасывают. В общем, больше, чем половина рыбы выбрасывается. Красавица такая длинноногая. Куколка такая. Пират. Пиратский мальчик. Pirate ship. Солнце такое яркое. Тут уже всякое разное. Так, ну где мои девочки? Что-то я их не вижу. А вот мальчики собираются полетать на парашюте. Ну сейчас, конечно, такой ветер, я бы не стала рисковать на таком ветре. Молодцы. Вот кому адреналинчика не хватает. Мне, наверное, хватает сегодня. Сегодня не хочу. Не хочу летать на парашюте, не просите меня, пожалуйста. И даже не просите. Пацаны с Богом. Ай, как хорошо, господи, какое расслабление здесь. Thank you.
где мои кроссовки? Так, а для чего вот эта вот сетка? Это, может быть, эту сетку с людьми опускают в воду? Странно. Вон девчонки, мальчишки готовятся на этом, на водном мотоцикле. Странно, где мои девочки? Это я посмотрю. Может, я их уже пропустила где-то. Может, они уже ушли? Ой, это музыка любимая моя. Да, они уже ушли. Я их пропустила где-то, потеряла. Ладно. Все, до свидания. Пока-пока-пока.